тренажерном зале у нас будет 3 тренировки. 16, 19, 23 направленность будет на аэробику для того, чтобы немножко размять мышцы и привести координацию в лучшей кондиции. И вторая часть тренировки будет направлена на силовую подготовку. Сегодня это будет TRX, это работа с собственной силой, ну и будет тренажерный зал. В целом, насколько важна такая работа вот на сборах? Конечно, очень важна, потому что сейчас мы пытаемся потихонечку набирать форму для того, чтобы выйти на более высокий уровень, чтобы набрать скорость. И для этого нужно проработать все мышцы тела, поэтому силовая тренировка очень нужна.